Начинаем новую главу, да? Вводные данные, да, ну, сама теорема гласит следующее. Новая функция.
разбираюсь с этой теоремой, мы, так сказать, не будем к ним как обращаться. Не надо, как бы, но отсюда же, в общем, с этим, в частности, связаны и свойства обратной решетки, и вообще само возникновение обратной решетки. Да? То есть, если у нас R-стильды будет R большое, да, это трансляция прямой решетки, ну, там, естественно, можно определить обратную решетку, и так далее, и так далее. И понятно, что при таком сдвиге волновая функция, она перейдет сама в себя. Да. И значит, что у вас фазовые фазы будут 2π, да. Ну и, соответственно, либо 0, либо 2π, да, ну и все будет. Все положено, все отсюда сверху. Нас здесь больше интересуют средства. Следствие, какой главный вывод следует? Можем интересоваться, по какой зоне берем. Правильно. На самом деле, достаточно даты для описания.
термин такой. Версия, это что у нас? Ну, отклонение от прямолинейного распространения. Как-то так. Ну и... С поглощением сразу. Версия, это у нас по собственному значению, да, соответственно, еще решение, да, то есть пользуемся вот этим вот следствием, да, то есть получается, что мы вот эту ветку, да, мы ее транслируем сюда, да, получаем эту ветку, да, эту ветку мы транслируем за, да, сейчас мы перейдем. Да. Таким образом, вот у нас получается, значит, дисперсия. Версия называется такая вот таким образом изображенная электронная структура, да, ну понятно, что где-то здесь опять соединятся эти ветки, да, где-то опять коснутся, да, вот такая вот, так, да, и параболы, вот так, так, это вот ручек ее, потом еще ручек. На параболу. Чуть-чуть. Называется приведенная зонная структура. Того, что этим пользуются.
физическое приближение. Значит, в каком мы смысле говорим об энергетическом приближении, ну, применительно к электронной структуре твердого тела? Всяких вариантов энергетических приближений их там много. Сталкиваясь, но это когда электронная структура успевает подстроиться под изменения решетки. Да. Связано это с тем, что мы предполагаем, да, то есть наше приближение состоит в том, что мы предполагаем, что энергия электронной под системы, да, она сохраняется, никак не меняется. Да, то есть нет, ну, в реальности, конечно, есть взаимодействие, да, электронов с решеткой. Ну, как то электронов установлен, да. Но да, в хорошем смысле можно, там, хорошим будет приближение, если мы просто это пренебрежем. Да. Пусть у нас электроны живут сами по себе, да, а колебания решетки живут сами по себе. Ну, давайте рассмотрим. Здесь некое предлагается. Ну, я не знаю, давали вам или нет. Здесь предлагается некоторая. Так, некоторая иллюстрация к выводу, ну или, так сказать, позволяющая увидеть, что такое движение у нас проявило. Мы на одной лекции очень популярной, я слышал такую аналогию, что электронные, они как мухи вокруг слона. Как бы слон не бежал, все равно будет вокруг него крутиться. Яркий образ. Так, ну мы, как всегда, значит, занимаемся всяким решением разных условий нашего специального уровня тренинга. Да. Только теперь давайте рассмотрим, значит, с чего мы состоим гибридные. Кинетическая энергия электронов, да, плюс кинетическая энергия ионов, ну и плюс потенциал взаимодействия, да, куда там входит все, да, всякое взаимодействие, да. Значит, тогда мы по мнению Шиллинга Thank you.
Слушай, да, я тебе говорил, ты там посмотри, вот нет того мнения, которое через таблиц гиперболический, да, проходит. А посмотри на следующей странице, там есть уравнение, да, когда там таблиц гиперболический, ну, на следующей странице диаграмма, не кровать, из физики, да, когда оно раскладывается по параметру поля к ТЦ, поля к температуре Кюри. Вот, и надо под него подгонять. Потому что вот оно справедливо в точке фазового перехода второго рода. А уравнение вот этого магнетика, оно справедливо только для модели Изинга. А вот то уравнение, оно будет справедливо в окрестности точки второго перехода второго рода любого. Сверхпроводимость там или магнитный переход и так далее. Разница. Вот. То есть под него надо подгонять. Буквально прочитай еще три предложения и переверни строки. Давайте сделаем такой шаг. Разложим угловую функцию кристалла. Угловую функцию кристалла. Вот по этим вот ионам угловую функцию, да? Всего кристалла. Соответственно, у нас возникает некоторый коэффициент разложения. Потому что у нас ионов может быть много, да? Для этого подставляем
этого предложения, то по мнению средних капитанов, если сумма наверное, лишняя, понятное дело, да, то есть мы подвинули, грубо говоря, ионы, электронная дисперсия изменится, да. И точно так же, как вы подвинули, вот, электронная дисперсия, она приведет к тому, что исходная дисперсия ионов у нас тоже изменится. Да? Именно пугает.
значит, микробы почти свободны. Значит, когда мы это этим можем воспользоваться, да? Когда у нас соответствующая электронная волна, да, она имеет период порядка нескольких элементарных течений, да? Есть период порядка нескольких элементарных течений. Значит, ну, как это можно записать? Да? Волна. Да, вот эфир, да? Порядка. Есть такой характеристики, который называется РС. Да? Собственно, как величина, характеризующая для плотности электронов в единицах. Значит, как вычисляется РС? То есть мы берем объем ячейки Вигнера Зайца, да, и приманиваем в этой схеме, да, что РС как раз будет есть другая, как бы, другой вариант интерпретации, да, то есть давайте это с такого поменяем. То есть пусть у вас в каком-то объеме находится, допустим, одна штука электронов, да, значит, тогда на каждую объем системы в это, понятно, что на каждый электрон у вас придется какой-то объем, ну, свой, да, давайте его обозначим в Е, да. Пусть этот объем, он соответствует, да, некоторой сфере, да, то есть у вас сумма, ну, в ИИД, да, то есть у вас вот сумма по ИИД, в ИИД, это полный объем системы. То есть в ИИД это объем на один электрон, да, в ИИД это объем на один электрон. Тогда у вас каждая ВИД, да, ну, естественно, пусть система будет однородная, да, да, все ВИД равны, да, мы представим в виде некоторой сферы, да, будет электрон, занимает некоторый объем, там, сфера 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, концепция, она возникает в теории однородного электронного газа. Там у РС есть некая мера плотности. Да? Некая мера плотности. Значит, плотность — это у вас что-то. Число электронов в объеме, да, для одного. Сколько у вас объема приходится на один электрон. Ну, вот это. Получается, чем больше РС,
дальше электронных могут лететь, да, и не встретить никого. Такой вариант, да. Ну вот в обычных металлах, допустим, литий, натрий, там, калий, да, допустим, а РС, ну, порядка там, двойка, физические. Это мы просто все так порассуждали, да, что пусть там, кинетическая энергия намного больше потенциала и так далее. То есть каковы физические предпосылки, да? Каковы физические предпосылки? Значит, электроны. Электронного взаимодействия
рассматривать. Электрон находится в поле, которое он создает, в частности, и он сам, да? То есть, там, что это у нас? Так, то есть мы с вами видели, так сказать, физическую идею, почему мы можем отцепить валентный электрон, да? А дальше сказали еще, что у нас получается, что еще и валентные электроны, они еще находятся в некотором потенциале, да, вообще задача сводится к тем, которые эффективны для электрода, да, то есть она достаточно сложная задача. Сейчас вот электронную задачу. Электронную задачу, которая тоже сложная, но хотя бы решаемая, да. Там сложная не решаемая, это сложная, но решаемая. Поскольку мы говорим с вами о почти свободных электронах, да, то логично выбрать в качестве базиса просто подставляя в таком виде, да, либо делая, ну, просто фурье преобразования, да, у вас там будет сумма пока со всех сторон, эти суммы справа слева будут, да. Да,
Да, у нас еще экспоненты сократятся справа, слева. Потенциал мы... Экспоненты, они справа, слева, потенциал подействует, да, и соответствующая сумма, она просто приведет к тому, что у вас возникнет фурье компонента этого потенциала из обратной стороны. Давайте запишем, значит, с вами сразу же конечный вариант. Так, умножаем слева на такую же сторону, да, и берем интеграл по всей ячейке, да. Thank you.
сравнивать систему линейных уравнений, да, нам тут не коэффициент c, ну а e0 это у нас то, что здесь было k квадрат. Здесь у нас будет k квадрат, все это дисперсия свободного электрона. Да. А искомая у нас дисперсия, это будет у нас вот этот член. Таким образом, большая линейная система уравнений по соответствующим коэффициенту c мы с вами получаем наши e от k, да, соответствующие, собственно, векторам. Да? Ну, в базисе вот этих плоских области.